Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать вот такой объемный дизайн сердца. На гипс у меня нанесен и высушен гель-лак для френча. Я добавила каплю гель-лака с микроблеском на палитру кольцо и теперь рисую сердечко. Сушу в лампе. Теперь делаю обводку сердечка белой гель-краской. Сушу. Перекрываю дизайн топом и снова сушу. Снимаю липкий слой. Ко мне недавно пришел с Алиэкспресс вот такой гель с блестками. Наношу этот гель на сердечко, придавая объем. Сушу в лампе. Теперь я добавила на палитру гель-лак со слабой пигментацией, то есть в один слой он просвечивает. Наношу его тонким слоем на сердечко. Можно использовать для этой цели витражный гель. Сушу в лампе. Затем приступаю к лепке с помощью 3D геля. Кисть у меня единичка, ворс искусственный и жесткий. Дотсом набираю материал и пальчиками скатываю его в шарик. Переношу его в то место, где планирую сделать лепесток. Сначала придавливаю кистью серединку и у основания стараюсь свести лепесток на нет. Далее вытягиваю кончик лепестка и подправляю боковые стороны. Когда форма лепестка меня устраивает, фиксирую в лампе. Шарики можно делать побольше и поменьше, чтобы лепить лепестки разного размера в необходимых местах. Когда все лепестки готовы, то можно их украсить маленькими шариками из того же 3D геля. Шарик нужно немного придавить и просушить в лампе. Теперь наношу только на сердечко топ без липкого слоя. Сушу в лампе, и дизайн готов. Вот еще идея дизайна с 3D гелем. Кликайте на фото, чтобы смотреть уроки. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!